посылка, будто вдохновит, затем летит новый стих. И пофиг про что было позади, главное как впереди. Хип-хоп всегда мы за собой несли, несем, мы будем доносить. Респект всем племенам от Украины, этот рэп как шалас. Киллобит, твердый смысл, свежий, чистый, рослый, точный, проверенный временем, опытом мощный. Этот поток как топчет через ноги, через пол, прямо в кровь, прямо в кровь. И ты заражен, не лезь на рожон, мы за диалог с Богом, в котором начало было слово Его. Такова моя дорога, нога в ногу, по городу каштанов, и нам не надо многого, биток что-то скрутить, зелье свое сварить. Безупречно это время летит вечность, в бесконечность потоками мыслей и слов. Я наслаждаюсь этим моментом, своим сыном горячим чаем, горьким рэпом. Пусть эти слова унесет восточным ветром, поможет душе и согреет сердце. Сила — это когда семья вместе и вся братва в одном замесе. У нас все хорошо, хип-хоп плывет, рядом очаг, родной, семья, любовь. И как всегда фризы текста, братва возле плеча, один за всех и все за ста. Состояние души соответствует шуму воды. Свобода, брат, легкая, как дым, может исчезнуть прямо в миг. В Иерусалим летит этот посыл, не доходя до начала, путешествуя дворами и ночами, каплями свободы. Мы продолжали, делали то, что нам угодно, тянулись к своей природе, но споткнулись о порог хип-хопа. Познали законы запада, востока, ловко, точно и осторожно сделали невозможное, перевернув вверх ногами прошлое. В настоящем делаем просто бра. Одна любовь, одна страна, и на века гласят мои слова. Котел, огонь, маза, братская кровь крепнет сразу, собирая огромные массы. Разули, раздуем, вера будет тлеть, как шахтерский уголь. Разули, раздуем, вера будет тлеть, как шахтерский уголь. One love.